Всем привет! Вечерок, смотрю, дом на папу. Что она так плохо показывает? Такой прикольный папа. Нифига делать не хочет. Смотрит передачу «Холостяк». А тут коровы, свиньи, все бегает по кругу. Мама бедная не знает, за что хвататься. О, а мама идет, сейчас я вам покажу. Что она так плохо берет? Калеспера, Иван. Привет, Елена. Очень приятно. Богиня! Богиня! Пришла девушка. Увидела в Фейсбуке видео. Гречанка. Что он не показывает, елки 20? Хотела так вам показать. Греческий хлеб в утах. Спасибо большое. Так, с детства у меня заведено в семье, что мужчины всегда должны быть накормлены. А больше ты узнаешь на индивидуальном свидании. Ты мумия. Я голубя не знаю. Зараза, плохо показывает. Почему по телефону не передается? Короче, нашел друга холостяка. Давай ему снимать ролик, что он холостяк. Насобирали девок. Вот такие мужья. А это пришла невеста к другу. Встречают невест друга. Они занимаются домом. Мама оставила его на дом, а он занимается... подбором невест другу. Сделали ролик и встречают подружек. Здравствуйте. Следующая идет. Меня Ваня. Очень приятно познакомиться. Мое хобби и моя профессия — это танцы, хореограф. Ну что, эти танцы ему дадут? Еще и без подарка. Танц. Как-то насторожило меня маленькое. Что? Я надеюсь, мы увидим на индивидуальном свидании с тобой. Меня она зацепила. Красивая, в шубе вся такая, именно, ну как царица. Да ты что, шуба понравилась ему, все. Танцами занимается, берем. Ну, потом посмотрим. Да, я с серьезными намерениями. Как ты думаешь, будет много девушек? Ну, лично я себе, ну, своего уровня здесь как бы никого нет. Две невесты пришли. И спорят уже за жениха. Следующая идет. Привет. Меня зовут Света. Меня зовут Ваня. Откуда у нее кубок, мячик? Вроде такая красотка. Футбол — моя любовь, поэтому я хочу, чтобы ты тоже немножечко привил эту любовь к себе. Вот такой у меня презент для тебя. И футболистка вот какая-то пришла. Чтобы ты знал, что ты достоин всех самых высоких наград. И чтобы он напоминал тебе обо мне. Большое спасибо. Что-то понравилось ему футболистка. Собака зарыта. Почему сынуля туда на этот футбол и рвется, блин? Какой твой любимый вид спорта? Конный спорт. Ваня, ты правду кажешь? Вот тебе ж задоволен. Вот так, оставила жена дом на папу. Папа с другом. Другу выбирают невест. Вот так вся работа. Коровы недоеные. Все стоит. Тогда давай поиграем с тобой сначала в футбол вместе, а потом ты научишь меня кататься на лошади. Обязательно. Футболистка... веселая девчонка такая, общительная вообще. Очень приятно было познакомиться. Мне понравилось. Понравилась другу футболистка. Всем привет. Да, привет. Еще привет. Одна. Очень приятно познакомиться. Три невесты сидит, друг с другом знакомятся. Пошла холостяка, увидела в первый день, и прям любовь сразу. А вы думаете, с чего начинается настоящая любовь? Пришел, видел, победил. У нас спорт и только конечно. Так. Я уверен, что сегодня у нас все получится. Я найду свою половинку. Так, другу найдет сыну. А сам и в ус не дует. Двое детей. Привет. Доча копия папа, ничего делать не хочет. А мальчик в маму. Тот втянет все хозяйство и посуду моет. Что-то в жизни. Новые ощущения, новые эмоции. Валя, який проект? Це не холостяк на СТБ, а просто чергова витівка Дімки. Прийшла ще одна принцеса. Красива дівчинка. Я діловод. І хочу тобі подарити подарок, який би
хотела, чтобы ты открыл дома. Спасибо. Деловод. Пришла девочка. Спасибо большое. Она мне очень понравилась. Такая вот очень хорошая девушка. С перчинкой. Я видел, как ты облизывался, конечно. Зараза, не показывают этот телевизор. А почему не показывают, не знаю. Получше, чем даже в холостяке настоящем. Ну так, получше невесты пришли, чем в самом холостяке. Як ти в цьому квітнику вибереш єдину? Дамо вісіч циститу. Орле сам починає... Тих, йолки-палки, реклама. В общем, прикольный сегодня идет проект «Дом на отца» оставляют. Мама едет отдыхать, а отец ведет хозяйство. Ну, так он навел хозяйство. Все задания он бросил, привел друга, друг холостяк, уже ему 40 лет. Это личное. А вы что подарили? Это личное. И выбирают ему жену. Вот пришло уже 4 невесты, одна лучше другой. Я ж давал приглашение всем холостячкам. Тож за коханням прийшли всі. І будинок культури. І аптека. Приготовила тебе настойку собственного приготовления. Спасибо. І бібліотека. І бібліотекар прийшла з села. Космічна дівчинка. Проходите. Пробуйте. Проходите, все пробуйте. Конкурс, конкурс. Потому что она были сдержанные. Да, молчи точно так, как и ты. Красивые девочки. Чем же закончится эта история? Выберет он или не выберет кого-то? Все-таки помочь нормальную бабу, чтобы он жил с ней, говорит, и не тужил. На что вы готовы ради холостяка? Все, что пожелает. Я готова ради него не на все, как некоторые мальчики, но на многое. Он сюда пришел за какими-то основными чувствами и романтикой. На романтике далеко не уедешь. На романтике далеко не уедешь. Приготовить, постирать, убрать, ну и все остальное. Приготовить, постирать, убрать, вот и все. Я не пришла сюда выбирать этих девочек. Он человек творческий, он человек... душевный, красивый. А он поет или танцует? Он спортсмен. Спортсмен? Это по мне. Борьба должна быть... А мы на нулик не кидаемся. Мы не кидаемся на всех. Нам нужен достойный мужчина. Из всех этих мужчин я выделил себе сразу, ну, троих. Деловод, скромняшка, Ленка гречанка и Светка-футболистка. Светка-футболистка, Ленка-гречанка. У меня было такое чувство, что это мой гарем, а я какой-то султан. Ань, ну, да. Султан гарем, сейчас жених выйдет к невестам. Мне очень заимпонировало то, что он позвал меня первой на свидание тет-а-тет. Ну, расскажи о себе, я так понял, ты спортсменка. Хочу сказать, что занимаюсь спортом. Но я его свечи не... горят, индивидуальное свидание. Рассказывают. Спорт — это моя отдушина. Отдушина спортсменка. Задело. Копье попало в сердце. Очень бы хотелось узнать, почему вы нарушаете наше, так сказать, свидание. Зашел поговорить, позадавать некие вопросы, там, стараюсь друг друга, как для себя. У тебя что-то есть вообще за спиной? Ну, там, ну, в общем, вот такие мужья, вот тебе выбирай. Любого. Огурчики, помидорчики, огород — это, конечно же, свое. Сама закатываешь. Не-не-не, отпадает такое. Помидорчики, огурчики. Не надо мне ни помидорчиков, ни огурчиков. Убрано, чисто. Главное, не будет скучно. Смотрю на нее. Смотрю на Ваньку. Глазки горят, Вань, смотри, как я заметил. А он что, шторы опустил? Увидел два футбольных мяча. И все. И забыл, что мы сюда пришли. Спасибо за общение, было очень приятно. Спасибо, Светлана. Сейчас найдут невесту. Он такой интересный, боже.
Все было так у нас хорошо, пока не пришел его дружок. Меня найдет до свидания. Ой, девочки. Ой, удачи. Пусть оно пройдет хуже моего. Даже и не думай. Я же англичанка, что тут еще говорить? Кровь с молоком, е-мое. Ой. Добрый вечер, Ванечка. Добрый вечер. Наконец-то я принесла тебе свой подарок и хочу, чтобы ты его отведал. Ага. Зелье сейчас подольет ему. И сразу. Собственными руками. Греческий хлеб. Султон называется. Напекла хлеба. Принесла Ванечке. Ваня хрустит. Хозяйственная. Ага. Это наш вариант, это все. Я даже заинтересован, чтобы все было нормально. И без вашей заинтересованности у нас с ним все может получиться. Все может получиться. В общем, девочки, включайте телевизор. Мальчики тоже. Тут и невесты, и женихи. Жена поехала отдыхать, так что включайте, смотрите. Передача классная. Всем советую. Ты бы его приняла? В нашей жизни его будет поменьше. Я заметил от нее такой вот натиск. Натиск. Вместе, не пойдет. Буду под каблуком. Я... Ну, в душе я... Сказал, что альфа-самка. Ты с виду такая. Я надеюсь, я вам не помешаю? Господи, что это? Следуйся. Мне очень интересно. Вы немножко туда задержались. Я добралась на свидание предыдущей девушке. Ей это не очень понравилось, но у меня было большое желание уже попасть на индивидуальное свидание с холостяком. Я не поняла, Наталья. Сейчас подерутся за жениха. Так что включайте, смотрите, чем закончится это все.